Небезпечную агрометеорологичную з'яву прогнозуют синоптики ближайшей ночью. На 18 мая по области чекаются заморозки на глебе и у поветры от 0 до минус 2. У Могилеве на глебе до минус 1. Але у ночь на пятницу потеплее, мягчеют гидрометеорологи. У сярэднім ночные температуры по региону будут вагаться от плюс 4 до плюс 5. Надалей ночью увогуле до плюс 8. Например, 20 мая прогнозуют теплую ночь до плюс 10. Значно потеплее днем, конец тыдня обещают летним. Сярэднедзённые температуры будут у межах 20-25 градусов тепла. А у субботу нават обещают и плюс 27.